1995 года мы вместе. Медиахолдинг «Истоки». Медиахолдинг «Истоки». 18 важных лет. Год 2012. Один из самых жарких, более чем за полтора века наблюдений. В Орле медиахолдинг «Истоки» транслирует в прямом эфире парад Победы, концерт и салют с площади Ленина. Журналисты и телекомпании побеждают во всероссийском конкурсе «Я, ты, мы вправе». Европа плюс «Орел» – первая и единственная радиостанция в городе, которая удостоена самой престижной национальной премии «Радиомания» и получает за авторскую программу Анны Калмыковой диплом и золотой микрофон. А также премию Попова и два диплома первой и второй степени на фестивале «Вместе радио». В редакции «Истоков» начинают работу Анастасия Тимоничева и Ирина Комнатная. Важные события в 2012 году у наших партнеров. В Орле на улице Горького, 44, открылся спортбар «Кружка» – излюбленное место горожан, где демократичная обстановка, разнообразная кухня, приятные цены. Так, например, сытный бизнес-ланч по будням с 12 часов всего за 140 рублей. И, конечно, главное – это сочетание вкуса и спорта. В веселой компании всегда можно наблюдать спортивные трансляции на большом экране. Медиахолдинг «Истоки». Медиахолдинг «Истоки». 18 важных лет.